Всем привет, ребят! Вы на канале Смаруслан. И сегодня со мной будет играть в игру World of Tanks Wordix. Всех приветствую, ребят! Или просто же Никита. Так, теперь перейдем детальнее к игре. Чтобы вы чувствовали полный комфорт, я включу полноэкранный режим. А на момент выключения записи я его изменю. Итак, возвращаемся в игру. Сегодня мы будем выполнять задания, а также смотреть, что и как вообще, какие детализации, эффекты может лучше, что и как вообще. Играть мы будем сегодня с Некитом, стараться тащить. Все для вас, ребят. Ну, а теперь же, Некит, расскажи свою стратегию нашим зрителям. Я, если честно, не знаю. Если Руслан выберет легкие танки, тогда я подстроюсь под него и выберу какой-то танчик, чтобы стрелять по его засвету. Ежели он выберет ПТСАУ, тогда мне придется играть на пистоне и давать ему засвет. Так, в принципе, вот вся стратегия. Ну смотри, ПТСАУ, вот, например, Т-40, я толком-то и не понял, как на нем играть, потому что выстрел у него как у САУ, но дальность как у обычного танка, то есть здесь я не могу как бы его характеризовать как-то хорошо. Ну, в хорошую сторону. Поэтому давай, наверное, я поиграю сегодня за пеструна и буду светить тебе, чтобы я обнаружил врагов, и мне за это капал урон и, соответственно, опыт вместе с деньгами. Я всегда в деле. Да, не сомневался в тебе. Так, теперь же детальник задания. Танк в Академии. Личные задания. Так, выполните одну. Слушай, Аникит, подскажи, пожалуйста, по поводу кампании. 12-е задание в Танковой Академии. Как его выполнять? Просто я уже выполнил ход этих действий, и ничего не произошло. Так, смотри. Тебе нужна кампания или Танковая Академия? Что именно? Мне нужно выполнить задание Танковой Академии, в котором состоит кампания. То есть, задание состоит в... пройти кампанию. Один уровень. Отлично. На... прочитай мне, пожалуйста, подробно задание. Кампании — это цепочки задач для разных типов техники, выполнение которых гарантирует получение наград и уникальных машин. Выполните одну из личных боевых задач в рамках кампании. И здесь прилагается... А, это ты ЛБЗ выполняешь, я понял. Ага, так, да. Так, какое? ЛТ какое ты сейчас выполняешь? ЛТ 6, 8, 10. Так. Я даже не знаю, я просто нажал приступить и все. То есть больше у меня не... мне не прилагался никакой выбор танка. А тебе не нужен выбор танка, просто зайди в компанию. Стюк 4, да? Смотри, какого ты еще. Штаг 4, да. Ну ладно, штаг 4. И назови задачу, я тебе, может, с ней помогу. ЛД один, только победа. Чё? Я тебе посоветовал с последних начинать, потому что они простые все, но их стоит начинать со сложных самых, чтобы на раздавящего. Подожди, я так понимаю, компании мне нужно выполнять в частных боях? Нет, в обычных песочке можешь выполнять. Песок, ну, то есть вылазки. В обыкновенных боях надо это выполнять? Да. Там ничего сложного. Ну, погнали. Я беру 11-е задание. Это урон и еще раз урон. Да, я сейчас гляну, что там у него. Что там у тебя за задачка такая. 11 тут ты хочешь взять. А, ну тут ничего сложного. Там 5-й уровень картонный найдешь, пробьешь кого-нибудь. Так, ну я беру, естественно, этого свингера. Ой, то есть стюарда. Поэтому... свингер — это пошлый термин. Я знаю, это ужасно пошлый термин. Немного ошибся. С адресом. Так. Ребят, такой формат видеороликов у меня впервые выходит, когда я что-то с Никитой пилю. Ну, вообще, на компе, на своем. Поэтому поддержите лайком, чтобы залетело в топы, чтобы другие увидели, что и как.
Ну и может мы вам поднимем как-нибудь настроение. С нашим-то юмором. Так, мышка пропала. Ой, мышка. А вот Ники. Ну, это я Сильпень. Так, ты можешь только своего уровня. Я даже не знаю, что делать. Мне как-то это все настораживает, то что техника моего уровня, она здесь есть, но мне кажется, мне сильно прикольно. С моей-то броней и с количеством данных на третьем уровне. Смотри, просто занимай вот эту курочку. Вот туда, вот где приезжай, и на балкончик. Только как засветишься, Хорошо, а ты мне скажи, какой сервис ты выбирал? Я у вас бы выбирал не так. Сейчас, секунду. Да. Пень, все, как здесь. Похоронка просто. Ах, это опять вот не нравится мне. Союз, не нравится мне это просто. Так. Но урончик не идет. Я так понимаю, мне в течение боя это нужно выполнить. Это в течение боя, только на Excalibur и вторая ветка ОБЗ там можно накопительно, то есть за неограниченное количество боев выполнять, но это с 6 по 10 уровень техника. Ну, это ж понятно. То есть как 6 уровень приобретешь, уже можно Excalibur вполне наигрывать, там прикольно. Так. Теперь ты давай тогда на ПТСАУ, а я возьму ЛТшечку.
И у меня снова висит это задание о этой собаке, когда которую уже прошел как минимум пару дней. А, так тебе перелистнуть его надо, зайти в компании и перелистнуть его просто, начать выполнять другое, там кнопка есть. Да, зависло задание про собаку, но... Никита, ты не понимаешь. Создайте уют для вашего чахлика. Новогодний еще, когда меня... Да-да-да. Всё, я понял, пацан. Угу. И снова рубрики, да, вы издеваетесь. Смотри, ты можешь становиться где-то вот сюда. Я знаю, куда я стану, я сейчас проверю, куда буду пойти. Вот здесь вот камушки стоят, там деревочек, не знаю, я попробую посветить. А толку мне что вставать, если у меня сейчас не очень, скажем так, хорошая зона на этом танке. Наблюдение такое. У тебя 100% экипаж там или сколько обучения у тебя? 50%. А, ну мне тоже. Но у меня из-за этого аддонная была, у меня там. Ладно, поддержка. 300. Остановлюсь на импорт-пуске, если это светит, то уже попробуем. Давай, делай как знаешь. Я попробую пойти с этой тобой, а за соответствующую меня. Этот подлый оливок позволяет себе... Мне кажется, я кого-то подсветил, да? Это меня подсветили, нет? Будем жить долго и счастливо. Так, спокойно. Снимай, спокойно, держи оборону. Я вот снимаю. Я отступлю. И снова важный реванш, сейчас приеду. Снимай позиции. Держись, жени. Отстань от меня. Жени, правда, держи. Мне делают больно. Да, блин, один выстрел. БТ-шка 1 бьет хорошо. БТ-1 коллекционная техника этого. Русский, да? Помогите! Ко мне идите, ты там негодяй. Ты можешь видеть хорошо. Это сейчас еду на помощь. Это я, что давай. Ты покажи. А, ты живой, молодец. Ты наносишь там его? Надоели. Слушай, а может я перелетом попробую? И что-что? Ты хочешь перекат делать? Перелетом у меня не получится урона. Если понял, типа я стреляю. Опа, пошел. Нам, по идее, из этой арканного прицела, то есть не в обычном прицеле, потому что не по идее. Сверху на весиком 4-5. Так, подожди, я удобно сейчас стану. Один выстрел, и два. Какой-то зеро, ну, один выстрел, и два.
172. Обалдеть, я в шоке.
ты смотришь? Чат читай, Ники. Ты читаешь чат? Или ты покинул? Нет, я просто из боя на своих рефлексах дурацких вышел. Заложников, если можно так назвать. Я тогда возьму либо Чихе, либо Матильду. Одну из двух. Опять эти болезни, да, всякие? Что-что? Почему у японцев нет танка? Не знаю, там, коронавирус. Ну, ой, то есть у китайцев. Или у японцев, там, кто первый. Китайцев... У китайцев чё, ВЗшки, Т-34, 50 какие-то там восьмые модели. А у японцев чиха, чихи, чито, чину, чинукай, вплоть до СТБшечки. Вот да, у них все идет. Так, ну смотри. Есть. Чпоник. Отлично, мы взяли Опачки. Поражение. Не удивлен. Мы взяли поражение, это все нормально. Да, это норм. Я думаю, на Т-40 я хорошенько раскачаюсь и поставлю пушку, которая сносит 350 урона, или сколько ты там говорил. А нет, ты мне я предлагал взять 57 мм, у которой пробиваемость 100 с чем-то, да? Да, или взять 76 мм инч, М7. Подожди, 76 мм, если мне память не изменяет, она у меня стоит уже на самом танке. Или нет? Это гаубица. Гаубица, фугасница, а есть еще, которая на бронебойках стреляет, длинная такая. У нее 115 урон, и пробитие будет практически всегда там нормально. Студзяки. Студзяночки. Такая песня четко играет. На ютубе можно найти официальный Армус Блинки или на этом... Thank you.
нашел P26. А, вот этого? Все, я понял. Вот который в деревне тут торчит. Пока никого не буду нацелить, только один раз мотив по пробелу и так на официальном засчете. Артиллерийскую установку. Или не будем рисковать? У меня на таком уровне у меня нет самоходок или артиллерии. Хотя сейчас поищу. Нет, только чехи, СТВЗ и крузак еще есть свободный. Или медиум. Так, давай ты тогда на Т-40, а я сейчас попробую что-то насветить своим. У меня 326 обзор, это вообще, ну, полное дно. 326, я не знаю, этот танчик вообще дальше своего фалоса ничего не видит. Уж прошу простить сквернословие.
А так у нас обзор 296. Минус 79 просто за то, что командир не обучен. Отлично. Командир у меня дурачок. Я пока подумаю, что еще можно выбрать. На бронепробитие мне пофигу, мне самое главное нужно, чтобы светить. Что я должен этим сделать? Пока еще не выбрал. Пока посижу, еще подумаю, что еще можно закинуть. Незаметность нам не особо нужна. Вентилятор. Вентилятор 334 будет. Это нам ничего не даст, это тоже ничего. То есть нормально. То есть плюс 8 и там и сям. Так, ну я, пожалуй, возьму Т-40 снова. Что делать? Придется выкручиваться. Сейчас я закину камуфляжик на танк, что хоть как-то. Я, наверное, скажу, потрачу себе. Так. Пробитие. Что же сделать? Ну, хотя бы так. Ничего, ничего. А что улучшает дозаряд? А вернее, прокачку... ой. Скажи мне. Согласен. В общем, чтобы перезарядка была быстрее. Перезарядка — это нужен досылатель, вентилятор, ящик колы. Тут я советую брать либо досылатель, либо вентиль. Смотря что любишь. Смотря что предпочитаешь. Это в оборудовании. Ну, бери тогда. Вентилятор дает плюс 5 во всем. То есть. Ты мне скажи, что мне взять в оборудование для того, чтобы я быстрее перезаряжался. Досылатель. Его здесь нет. Ну, вернее, именно то название, которое ты мне сказал. А по-другому как он называется? Закалка? Подожди, я сейчас гляну. Или усиленные приводы наводки? Приводы наводки — это сведение лучше, чтобы было. Я понял, ладно. Сейчас. Так. Орудийный досылатель. Называется такая штука, там как куда снаряд пушку закладывают. Там так, такая картинка. У меня его оборудования на Т-40 нету. Тогда давай вентилятор, если видишь там его. Турбонагреватель? Нет. Именно я имею в виду улучшенная вентиляция, по-моему, называется явление. Ну, у меня такого нет. Ну, тогда придется с экипажем что-то потом делать. Ты можешь потом на стюарда перенести на этот, на Т-40. Как выкачаешь стюарда? Мобильный за что отвечает? Мобильность — это если как ты быстро ездишь, поворачиваешься и все проще. А живучесть что дает? Живучесть, да, я сейчас... А, это бронирование. Бронирование, ремонт ходовой и прочность. Всё, я увидел. Количество хп. Наверное, все-таки возьму скорость сведения. Ну, попробуй. Блин, или не брать, ёпта, я наверное. Вот тут я уже... Каждый на свой вкус выбирает. Твое право. Она у меня есть, оказывается. Уже купленная. Ну и... тогда потом придёт либо продать его вместе с танком, либо демонтажный талончик там применить и снять его. Бесплатно. Или за золото, смотря как хочешь. Хотя можно и уничтожить бесплатно. Не надо ничем не уничтожать. Смотри, а кумулятивный я могу взять?
кумулятивы, ну, они будут пробивать. А сколько там пробитий у них? 92. 92. Ну, возьми где-то штучки 4-5 для приличия там. Если какие-то тяжелые цели, типа Матильды или КВ, если понимаешь, что урон нанести надо и приличный, тогда придется голду применять. Ладно, поиграю без них, плевать. Ну, лучше тогда. Деньги сэкономишь. Раскачаюсь на деньгах, а после этого можно будет взять. Ну что, начинаем? Подожди. А Экскалибур он тяжелый или нет? Что-что? Экскалибур задание тяжелое или... Они для техники 6-10. Если надо, могу... Если у тебя есть танки, я могу предоставить. У меня их много. Высокоуровневых. Подожди. А ну-ка, попробуй, простые задания, подожди, только попробуй вот это, попробуй вот это. Что мне сказали с этим? Давай, играем на скорде. Погнали. Что ты... Мне нужно разведать урон и не сдохнуть в бою. Посмотрим. А мне тогда какой танк брать? Мне нужно выполнить это забой, да? Короче, назови задание, я сейчас под тебя построюсь. Подсветить урон, подсветить урон союзникам на 1000 и не сдохнуть в бою. А, ну не сдохнуть в бою — это дополнительная задача или важная тоже? Один из важных аспектов. Нет, она сильной роли не играет. Это как дополнение к еще одному. В общем, дополнение к стебальной шкале, скажем так. Так, я тебя понял. Давай. Ну, давай, попробуем. Мне за один бой это нужно передать. Эти данные. На 1000. Ну, сейчас проконсультируемся и сделаем все. В общем, посмотрим на практике. Будем надеяться, что это будет либо Прохоровка, либо Малиновка. Там простенько будет светить. На 1000 точно, но на 2 не знаю. Да не, слава богу, на 1000. Хотя вот там будет сложное задание, потом ЛТ-15, я ее до сих пор не могу выполнить. Отлично. Отныне ты травокуст. Будешь прятаться в кустиках. А, отлично, у меня игра вылетела. Так. Заходи поскорее. Подожди. Занимай квадрат там, где болото. Болото, канава, камень. Идет маленькое болотце, высушенная речка. Камушек и куст. Туда заедешь, просто стой. Включи за переску и подсветишь кого-нибудь. Я сейчас попробую устранить неповадки. Проблемы-то.
стал. Тебе нужно было туда, где люкс. Вот туда нужно было встать. Я знаю. Ладно. Это был? Т-67, да, кстати, он прикольный очень там. Да. Конечно. Коллекционный американский. Конечно. Короче, ты мне просто подставил. Пока у меня. Что? Короче, ты мне просто подставил. Кто, я? Ну, грубо говоря, да. Ну, за что? Здоровья. Ну, так,
Сколько ты это с света дал? Да там мало. Даже много не накапало. 57. Должен я ничего не успел сделать. Поэтому давай продолжим по другому танке. Ты покинул бой? Конечно. Или может поискать что-нибудь получше. Интересного здесь есть. Так. Нормально. А ну-ка, давай попробуем. Что ты предлагаешь? Сделай другое задание. Победа. И у меня есть вариант исследовать тип 99, но я не вижу смысла. Ты накидал мало. 250 сумарочек, 8 тысяч плюс, и довольно неплохо. Подожди. Да. Есть. Давай я тебе по твоему засвету кидать, что-то приличное или негодяйское. Я... Скажи, какая лучше пушка? С угоном 90, с этим, с пробитием неплохим или с разовым угоном? Мне кажется, пробитие. Разовые уроны от слова раз, то есть на один раз. Второй раз такого шанса может и не будет. Давай, пользу пробития. Бери на пробитие, давай. Да, пользу пробития выпал. Такс. Если Прохоровка, там ничего сложного. Вот какие-то там типа Тихий берег или Руинберг уже будет занудно читать карты. А по мне Малиновка хорошая. Малиновка, да, хорошая, но если ты играешь на тяжелых танках, тогда уже проблематично. Потому что не всегда карта под тебя подстраивается и закидывает, когда ты придет, тебе придется полполя объехать и получить от половины вражеской команды. Я думаю, мы сейчас этот бой доиграем, ребят, и после этого уже будем завершать. Видишь вот эту вот надпись «Колмы»? То есть вот здесь вот. Вот там обычно все пистоны и трусы. То есть едешь, подсвечиваешь, а я потом вот эту попахну. Я по классике жанра.
свет. Меня засветили, да. Повреждение гусеницы. Шанс взрыва увеличен. Отступай, я тебя прикрываю. Отступай, отступай. Я... Блин, это что-то. Ладно. Урон по разведу, я... А, задание я так и не сделал. Обалдеть. Сколько за... ты свет? 310. 310 это и... Скажи, СТВЗ-шка это твой со светку? Вот этот. Тондики Дона какой-то. Вот этот, который у меня сейчас. Да-да-да, это он. Да-да-да, я по нему наяриваю. Вот теперь это мой засвет, почему-то стал. Я не знаю. Я тебя жду в ангаре тогда. Да, хорошо, хорошо. Могу сказать одно, танчик довольно медиум, прикольный. Прикольно, мне еще засвет дали. Хотя, по идее, это танчик-то этот. По идее, твое право было получить. Ну что ж, ребят, свет. Поиграли мы знатно. Пришло время завершать этот великий раунд. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Обязательно вернемся к вам еще с Никитом. Всем спасибо, всем пока-пока. Всем пока.